Энергия направлена к системам защиты. Контрольный распределительный щит подключен. Система оживает. Почти готова. Но не собираюсь дожидаться, пока оно вернется. Я направляюсь в отсек гидропоники. Попробую найти Элизабет. Thank you.
Система метеоритной защиты включена. Так, энергия у нас есть, но система прицеливания не работает. Думаю, перебит информационный кабель. Будешь управлять пушкой вручную? Воспользуйся лифтом, чтобы попасть на верхнюю палубу. Затем иди к шахте пушки. Придется выбраться на внешнюю обшивку, чтобы добраться до пушки. Загвоздка в том, что мы под обстрелом метеоритов, так что ищи по пути укрытия, или тебя размажет о корпус. Зона вакуума. Зона невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Зона вакуума. Зона невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Зона вакуума. Зона невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Зона вакуума. Зона невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Thank you.
Эта пушка — генератор частиц, так что ты спокойно разнесешь любую цель. Следи за состоянием корпуса корабля. Если в него попадет слишком много каменюк, мы покойники. Я почти починил систему автонаведения. Просто дай мне еще немного времени. Айзек Хэммон, вы не поверите, что-то отравляет воздух в гидропонной системе и выделяет в атмосферу какую-то органическую дрянь. Очень скоро нам нечем будет дышать. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Думаю, там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айзек, иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Кендра. Я пока пойду в отсек гидропоники. Постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени. Thank you.
Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля.